Никол Пашинян уходит, чтобы остаться. О намерении подать в отставку премьер-министр Армении заявил на встрече с жителями села Арагац Армавирской области. В апреле я подам в отставку, но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера. По закону, чтобы провести внеочередные парламентские выборы, глава правительства должен уйти в отставку, а действующий состав парламента дважды подряд не избрать нового премьера. Для этого оппозиционные фракции могут договориться не выдвигать новых кандидатов. Намерение Пашиняна оставаться исполняющим обязанности премьер-министра до проведения выборов не устраивает внепарламентскую оппозицию. Движение «За спасение Родины», которое поддерживают участники уличных акций протеста, требует формирования технического кабинета. Он должен будет заняться организацией выборов без участия Пашиняна. Мы должны превратить де-юре отставку Пашиняна в отставку де-факто и отстранить его от власти. Это заявление сегодняшнего координатора движения Ишхана Сагателяна на митинге в Ереване. Так давайте вот сейчас обсудим как раз эти вопросы и эту тему. Сможет ли Никол Пашинян оставаться во главе правительства? И поговорим об этом с экспертом в прямом эфире. На связи с нашей студией директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, на ваш взгляд, чем продиктовано вот это решение Пашиняна о, ну, будем называть это технической отставке? Ведь если вникать в объяснение, ясности в ситуации нет. Выглядит, что все придумано по схеме, ну, как пойдет. Может, останусь, может быть и нет. Но ведь так политика не строится. На что здесь расчет? Нет, здесь чисто технический действительно момент. Для того, чтобы состоялись выборы, парламент должен дважды не утвердить нового премьера. В этом отношении Никол Пашинян подает в отставку, выдвигаются какие-то кандидатуры. Правящая фракция «Мой шаг» не утверждает. У них подавляющее большинство в парламенте, никаких других вариантов нет. Оппозиционные фракции не имеют сколько-нибудь серьезного веса в парламенте Армении, чтобы провести своих кандидатов. Дважды парламент не утверждает фигуру нового премьер-министра страны. Никол Пашинян остается исполняющим обязанности. Парламент автоматически распускается, назначаются выборы. Чисто технический вопрос, ничего тут больше нет. Но ведь сегодня противники Пашиняна устроили шумное шествие в Ереване. Они требовали отставки премьера насовсем, а не только для проведения внеочередных выборов, вот не только с технической стороны. Да? То есть это решение встретило волну недовольства. И велик ли риск для Пашиняна вообще, да, так и не вернуться в кресло премьера? Или это, в общем, минимальный риск? Это минимальный риск. На самом деле уличный протест сейчас не настолько велик, чтобы Пашинян под его давлением реально ушел в отставку, а не сделал чисто формальный шаг. Сторонники Пашиняна, если выходят на улицы, собирают людей в настоящий момент больше, чем его противники. И Никол Пашинян не пошел бы на досрочные выборы, если бы считал, что его политической карьере что-то угрожает. Он специально предложил провести досрочные выборы в июне, понимая, что это только укрепит его власть. А вот после заявления Пашиняна, возможно ли, на ваш взгляд, дальнейшая эскалация напряженности в обществе и более активные действия оппозиции в стране? Заявление здесь ничего не дало, ни за, ни против. Все понимали, что парламент должен быть распущен техническим моментом. Вот Пашинян сказал, как это произойдет. К этому все были готовы. Эскалация может произойти, но для этого должны быть какие-то другие действия. Вот ситуация с генеральным штабом, ситуация с сначала оговоркой или специально вброшенным провокационным высказыванием Пашиняна и реакцией военных на него, это да, то, что могло вызвать и вызвало обострение конфликта. Еще одна подобная ситуация, будет еще одно обострение конфликта. Какие-то неудачные действия на линии соприкосновения тоже будет обострение конфликта. Резкое ухудшение жизненного уровня в Армении тоже будет обострение уличного протеста против действующих властей. А высказывания Пашиняна здесь ни за, ни против ничего не дают. Дмитрий, а есть ли сейчас в Армении вообще мощная политическая фигура, которая устроит всех, ну или, скажем, большинство, и сможет примирить стороны и вывести страну из кризиса, который вы только что обозначили? Ну, пока что такой фигуры нет, потому что и оппозиция достаточно раздроблена. Если мы посмотрим на оппозиционные силы, да, то там республиканская партия, наверное, наиболее сильная на сегодняшний день, вообще не представленная в парламенте, но она имеет реальную структурированную систему по стране и реальное влияние на местах.
среди и чиновников, и там, ну, среднего звена среди людей, обладающих каким-то хотя бы минимальным административным ресурсом. Партии, представленные в парламенте, оппозиционная, там, процветающая Армения Гагика Царукяна, да, они красивые, ну, как основная оппозиционная партия, предположим. Они красивые в парламенте, но на местах у них представительства серьезного нет. И говорить о том, что есть фигура, которая может всех объединить, ну, во-первых, всех-то точно нет, потому что есть сторонники нынешней власти, есть противники нынешней власти. Но даже противников, реально объединяющих фигуры, на сегодняшний день в Армении нет. Если вот сейчас кризис в Армении не будет преодолен, волна эмиграции страны, на ваш взгляд, не спадет, и люди продолжат выезжать в страны с мощными армянскими диаспорами, там, в Россию, во Францию, в те же самые США, и на горизонте решения этой проблемы нет? Эта тенденция, этот тренд сохраняется в течение последних лет. Из Армении население трудоспособное выезжает, и оснований предположить, что вот сейчас эта волна изменится, на самом деле не так много. А есть важный момент. Если заработают подписанные 10 ноября соглашения в полном объеме, если восстановится транзит между Арменией и Россией, если через территорию Армении будет организован транзит из Азербайджана в Турцию, в Иран, и в Армении заработает нормальная логистическая система, с одной стороны, с другой стороны, Армения получит возможность экспорта своих товаров на новые рынки, что для Армении очень важно. Дмитрий, спасибо. У нас, к сожалению, уже совсем не осталось времени. На прямой связи с нами был директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников.